Ну а мастера из арктических регионов России представили свои народные промыслы и работы декоративно-прикладного творчества. В столице открыли вторую межрегиональную выставку-ярмарку под названием «Мир Арктики». Уникальные изделия, отражающие традиционный быт и уклад жизни народов Севера, представили мастера из 5 арктических регионов России и из 19 районов республики. Репортаж с Аргалана Федоровой. На «Мир Арктики» съехались делегаты с Камчатки, Магадана, Таймыра, Сахалина, Хабаровска. Творческие коллективы арктических улусов республики. Современная этнокультура российской Арктики экзотична и самобытна. Основные виды деятельности народов Арктики – оленеводство, охота, рыболовство, сбор дикоросов. Камчатские мастерицы привезли на выставку куклы из полимерной глины. Красивые и практичные кухлянки и малахаи. Выполнены из натуральных материалов. Например, вот эта кукла выполнена из ровдуги разных оттенков, пошитая жилами, как старинная корякская кухлянка. Также используется традиционная техника, подшейный волос оленя, вышивка, мозаика. В своих куклах я хочу показать вот, характер, доброту, добрый нрав наших людей, открытость и какие были красивые наряды. Традиционно коренные народы дубили оленьи шкуры корой ольхи. Поэтому одежда коряков и итальменов имеет характерный коричневатый цвет. Это малахай, сделан из камусов. Это олень, осенний олень, он не сильно. Вот этот вот поздний олень, он ворс чуть побольше, В России проживают 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Многие народы сохранили традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Один из таких народов – эвены. Они населяют в основном Охотский район Хабаровского края. Эвены издревле ведут кочевой образ жизни. Одежду изготавливают из меха и кожи оленя. Также бабушки наши резали, я помню, моя бабушка резала из бараньего рога, делала ложки. Также вырезали фигурки животных, там медведя, потом этого оленей, там, в общем, для детей, чтобы они играли ими. В течение 2 дней участники будут состязаться в конкурсе «Лучшая экспозиция» и «Лучшее произведение народно-художественных промыслов». Также они проведут мастер-классы по северному шитью и бисероплетению. Представлено уникальное творчество, палитра северных красок и век глобализации. Сегодня у нас стоит утеря вот традиций, которые мы должны передавать нашему молодому поколению. Как известно, коренные малочисленные народы стремятся сохранить свой этнос, развивая традиции в декоративно-прикладном искусстве и народно-художественных промыслах. Сегодня развитие арктических районов остается приоритетным направлением региональной политики республики. Ведут системную работу по повышению качества жизни населения, развитию производственной и социальной инфраструктуры. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.